Добрый день, коллеги. Сегодня мы с вами рассмотрим клиническую ситуацию удаления зуба по показаниям с одномоментной установкой имплантата и с потерей вестибулярной кортикальной пластинки по причине либо первичной, либо вторичной дегистрации. Иногда такая клиническая ситуация встречается, когда поверхность корня сращена с тонковестибулярной кортикальной пластинкой при каких-либо ортодонтических аномалиях в патологиях. Согласно принципам атравматичности, мы удаляем зуб, остро отслаивая периодонтальные волокна, рассекая их таким образом. Удаляем зуб, соблюдая принципы атравматизма. Делаем керетаж лунки. Визуализируем вестибулярный дефект. И начинаем готовить переимплантное ложе для имплантата. Естественно, имплантат мы устанавливаем в более оральную стенку. Согласно протоколу, сверил в зависимости от выбранного диаметра имплантата. В данной клинической ситуации вам подойдет имплантат с агрессивной резьбой. Приступаем к установке имплантата. При достижении высокой степени стабильности мы можем либо использовать одномоментную нагрузку на имплантат, немедленную нагрузку как таковую, либо установить формирователь десны. В данной клинической ситуации мы установили формирователь десны. Мы приступаем к препарированию принимающего ложа для остеозамещающего материала мембраны в области устранения вестибулярного костного дефекта в позиции ранее установленного имплантата. Вот таким вот образом мы подготовили карман полнослойный, он не расщепленный. Под отслоенный туннельным методом слизисто-костичный лоскут мы заводим сначала барьерную мембрану из твердой мозговой оболочки эллагенного происхождения фермолеопласт.